музей вирішив проекспонувати гостинну кімнату, ну, скажімо, Володарського, господаря цього нашого будинку. Генералом стола називали самовар. Коробочка для чаю. Зверніть увагу на етикетку. Тут прізвище Висоцький. Він був королем чайної роздрібної торгівлі. Это так называемая крюшонница. Классический крюшон делался всегда из арбуза. Арбуз поливали или белым вином, или шампанским. Я как художник, это и хобби, и стиль же, это просто моя жизнь, это часть моей жизни. Я без этого уже не могу жить. И без Кременчуга, без Полтавы, без Украины, это очень-очень сильно. И так, а то, что я придумаю, это придумаю из образа, из людей. Очень люблю природу, цветы, вот красота какая. Вот. Потом это все в металле. Когда это завянет, все это, да, придет в негодность, а мои всегда будут свежие, всегда будут, ну, радовать ваш глаз. Thank you.